Добрый день, дорогие друзья! С вами компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Мы продолжаем освещать для вас капитальный ремонт мансардной кровли в Новоглаголево. Здесь будет уложена в конечном итоге мягкая плитка Тегола. В этой серии мы вам расскажем про монтаж пароизоляции и обрешетки внутренней. Под кровельным пространством практически уже завершен демонтаж. Весь кровельный материал и сопутствующий мы уже завезли и складировали на этом объекте. Полным ходом идет монтаж пароизоляции. В нашем регионе установилась хорошая солнечная погода. Градусник потянулся вверх. Работать хорошо и приятно от того, что наступила настоящая весна. Три большие трубы, обшиты металлом. А что за металлом? Надо это выяснить. Эх, с Богом. Хорошо прикрутил? Смотри, блядь. Сейчас мы обследуем дымоход, дымоходные шахты и их состояние. Так, Вася. Гильз нету. Так, с этим понятно. Произвели запись с фонариком, с камерой GoPro, и запись нам покажет, что там состояние дымоходных шахт. Рассмотреть возможность вывести канализацию в дымоходные трубы, либо делать отдельно стоящим проходным элементом фирмы Valpe с дефлектором. Конструкция дефлектора устроена таким образом, что она пассивно усиливает тягу вентиляции. Ну вот, уже хоть что-то похоже на настоящую мансардную кровлю. Произвели мы демонтаж, выгребли все старье отсюда, прогнившее, проантисептировали несущие конструкции, благо то, что они еще в нормальном состоянии, не прогнили. Намонтировали пароизоляцию Delta Reflex Plus. В местах сопряжения со стенами нужно специальным скотчем на битумной основе и со строительным феном проклеивать места сопряжений. Например, в ендовой неизбежен стык пароизоляции. Это тоже надо проклеивать. Разряженная обрешетка. Делать сплошную в этих местах смысла нет. Потому что обрешетка, она не является утеплением. Ее задача поддерживать утеплитель, чтобы утеплитель не провисал. И являться несущей конструкцией для отделочных работ. То есть задача пароизоляции — обеспечить полную изоляцию тепла, чтобы она не проходила в кровельный пирог. Тепло должно оставаться здесь, внутри помещения. Это последний, третий этаж. Как я говорил уже, у нас два мансардных этажа под кровлей. И мы будем утеплять не по кровле, а как бы вот в этой части утепляется потолок. Сейчас специалист нашей компании проклеивает пароизоляцию между собой. Делаю как для себя. Вот вентилируемый конек компании Valpe из пластика. Можно регулировать угол наклона. Здесь будет вентилироваться конек. Кто знает, что это? Это скоба снегоостанавливающая для гибкой черепицы. Компания Aquasystem. Вот этих уголочков должно быть множество. Они в шахматном порядке по карнизу расположены. И они своими выпуклостями задерживают снег и крошат его малыми порциями. Как волнорез. Есть такие участки здесь на кровле, которые вентилируемый конек невозможно туда довести. Эти функции будет выполнять аэратор. Он вентилирует площадь вокруг себя примерно в 25 квадратных метров. Вот это кровельный материал, которым мы будем крыть крышу. Тегола. Он называется северная хвоя. С переливом неплохого качества. Гидроизоляционная мембрана Delta Vent N+. Плюс значит, что она самоклеющаяся. Клеится капельником конденсата и склеивает друг друга.
мансардных окон 10 штук. Новые оклады для окон фирмы Velux. На нашем объекте мы будем использовать для монтажа гибкой плитки USB-фанеру. Для мягкой плитки надо использовать водостойку, не так, как здесь, ФК-фанеру. Толщина ее 9 мм. Этого достаточно, потому что здесь будет еще обрешетка, и на обрешетку стелится фанера. При демонтаже образовывается очень много мусора. Это уже четвертый 20-кубовый полный контейнер. А будет еще столько же, как минимум, потому что весь этот кровельный материал и фанеру мы отправим в утиль. Сопряжение пароизоляции с несущими конструкциями, со стенами обязательно надо проклеивать фольгированным скотчем. Здесь в основе своей алюминиевая фольга и битумный слой 3 мм. Нагревается строительным феном и все четко проклеивается, исключая теплопотери в этом помещении. Перешли мы уже на верхнюю часть крыши. Производим демонтаж старой мягкой плитки. Самый сложный демонтаж кровельного материала в кровельном деле – это как раз и есть демонтаж мягкой плитки. Это очень трудоемкое занятие. Чтобы демонтировать фанеру, надо демонтировать многослойно склеенную гибкую плитку. Это очень сложно. Есть быстрый способ демонтажа мягкой плитки при условии, что фанера сохраняется. Мы фанеру тоже демонтируем, поэтому наш труд более тяжелый. Square about those 45 seconds. Mike, how do you like your machine? This thing is awesome. Balalar, Kalisis. That's it, that's it. Пару слов об ошибках. Намонтирован пергамент вместо мембраны. Он не дышит, вот поэтому образование конденсата и отсутствие вентиляции на коньках. Как известно, монтаж мягкой плитки производится на водостойкую фанеру. Это же ФК-фанера, она не предназначена для сопротивления с влагой и ее вспучивает от влаги. Вот вам и результат. Прогнила обрешетка, расслоенная фанера, все прогнившие пиломатериалы требует замены. Будем менять эту фанеру на влагостойкую. Поднимаясь выше, обратил внимание, какие-то закладки, их тут множество. Вот, вон. От старой плитки защитная пленка. Ее сдирали и, видимо, не парились с мусором, просто ее подсовывали сюда, в эти места. Этим мусором они перекрывают продых кровли. Водосточная желоба смонтированная с нарушением технологии. И как результат их повырывало снегом. Вот так работают недобросовестные кровельщики. Этот скат кровли мы уже демонтировали и проводим утепление. Старая кровля утепления составляла 150, утепление у нас будет в 200. Наращиваем крышу на 50 мм бруском, чтобы перекрыть вот эти места сопряжения утеплителя со стропилами. Проводим дополнительное утепление еще. По сути, этот утеплитель переложит нам все мостики холода. Расстояние между брусками 58 см. Сам утеплитель 60, специально для того, чтобы он входил сюда с натягом, а не болтался в своем месте. Такой метод утепления намного надежнее. Монтируем на утепленную часть кровли диффузионную мембрану. В нашем случае это Delta Vent N.
Она позволяет сделать однослойную систему вентиляции. В большинстве своем требуется зазор между утеплителем и гидроизоляцией, внутренний зазор, и здесь, в продыхе. Но диффузионная мембрана трехслойная позволяет делать однослойную систему вентиляции. Дельту можно раскатывать сразу поверх утеплителя. Наши мастера монтируют брусок, контрабрешетку для продыха. На карнизе будет холодный воздух затягиваться и теплый выходить на коньке. Наш заказчик планирует утеплять фасад пенофлексом. Карниз уменьшится на 10 сантиметров. И поэтому в задачу нашей компании входит увеличение карнизов с весом кровли во все стороны. И боковой карниз на 10 сантиметров увеличится размер кровли. Хорошо. Мне сказали, что подъехали архитектор и дизайнер, и заказчик. Пойдем встретим. А ребята смотрят канал «Культура», работают и просвещаются. Тот же голос сказал мне, друг мой. Здрасте. Алексей. Это Алексей. Наталья и Ольга. Очень приятно. Ольга, Наталья. Вот Наталья больше вот по конструкционной части, а Ольга больше по... дизайн. По оформлению. Дизайн, да. Итак, дорогие друзья, надеюсь, наше видео было полезным для вас, познавательным. С вами был Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». До скорой встречи. Пока.